кто хочет еще раз послушать выступление Лолли Евгеньевича, включайте радио во вторник, 24 числа. По радио будет передача авторской песни. И Лолли Евгеньевич там будет петь. Дайте одну минуту для оправдания. Значит, очень мучительно это все происходило. И когда он меня затащил в студию, так называемую, у меня ноги, руки дрожали, потому что это огромный зал, значит, 600 человек там помещается, два пустых рояля, голых рояля, можно сказать, за спиной кто-то жевчит, я не вижу, он говорит, давайте, начинайте. Вот, потом говорит, ой, у вас здесь прозвучало вместо дороги дуроги, будьте любезны снова эту песню. Кошмар! Значит, и голоса у меня уже нету, ничего, даже теперь, больше минуты, чтобы не... Я вообще не знаю, что там будет. Он вообще-то Ивков Эдуард Эдуардович очень любит говорить много. Я давно удивлялся этим, значит, стихи сам какие-нибудь прочитает, там, может быть, еще о Красной Армии будет говорить.